Что важно подчеркнуть, это соглашение является продолжением нашей совместной работы. Губернатором принято решение в 2015 году о создании Совета по развитию конкуренции. Он является председателем этого совета, руководитель территориального управления является заместителем. Подписано соглашение со всеми муниципальными образованиями региона и ведется работа по улучшению ситуации в экономике, в том числе в рамках этого совета. Поэтому сейчас мы обсуждаем дальнейшее направление работы. Сегодня на совещании мы обсудили, каким образом и какие показатели мы будем принимать и обеспечивать улучшение ситуации. Важно, что мы договорились, что эта работа не будет носить формального характера, она будет носить практический характер, она будет ориентирована на улучшение благосостояния жителей региона. И любое мероприятие по развитию конкуренции, конечно, имеет целью улучшения жизни людей, граждан. И именно на этом мы концентрируем наши усилия.